Значит, сегодня я покажу вам, как эволюционировать из лисички Ива в другую лисичку Флайера. Для начала нужно выбрать Иви, который вам больше нравится. Лучше, если его уровень будет максимальным из тех, что у вас есть, или близок к этому. И изменить ему никнейм, то есть имя, на Пиро. Пиро пишется вот так вот на английской раскладке. Жмем ОК. Ну и значит, видим, что у нас здесь поменялось имя. Нужно будет также выйти из игры, не просто выйти, а нажать как бы назад, чтобы видеть экран своего телефона, а увидеть все открытые окошки, которые у вас сейчас запущены на вашем телефоне. Обычно это кнопка квадратик на андроиде. Либо два раза можно нажать на кнопочку на Apple. И убрать это все и заново запустить. Давайте зайдем посмотрим. Нужно, чтобы имя было Пира. Вот видите, у нас есть лиса с именем Пира. И вот мы смотрим, есть другая лиса, у нее какой-то странный навык Dig, копать. Лучше мы возьмем ту, которая вот Swift, крутится она такой так. Хотя, может, это ни на что не повлияет. Ну и значит, сейчас мы ее будем эволюционировать. Это стоит 25 вот этих Eevee Candy. Если у вас есть эти 25 штучек, вы можете ее эволюционировать. Ну и вот он, Флайрон. По имени Пира. Это отсылка к мультсериалу Покемон. Он добавляется к нам в Pokédex. У него достаточно высокий Combat Power, который мы сейчас немного усилим. Посмотрим, сколько за раз он повышается. Также у него есть навык Flamethrower, то есть огнемет. Специальная билка, которым он достаточно сильно фигачит. Удачи вам в эволюции вашего пира и смотрите наш канал.